Гипердетализация Патрика Фоули. Патрик Фоули — 3D-художник родом из Атланты, который стал популярен благодаря своим гипердетализированным работам. С 16 года Патрик ведет Инстаграм. Долгое время он выкладывал абстрактные геометрические композиции, но в 18 году случилось это. С того момента в ленте Патрика начало появляться все больше детализированных работ. Качество рендеров улучшалось, и в итоге он пришел к тому стилю, по которому мы его знаем сейчас. Применение своим навыкам Патрик нашел в сфере еды. Его работы выглядят как идеальные продукты, и, конечно, он быстро нашел себе клиентов. Макдональдс, Орео, Сникерс. Наверное, Патрик сделал рендеры всего, что мы кладем себе в рот. Отдельного внимания заслуживают его персонажи, и это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Хотелось бы рассказать вам и о темной стороне его работ, но видео не резиновое, и YouTube такого не любит. Может показаться, что гипердетализация — это очень сложно. Однако наша команда в очередной раз доказала, что нет ничего невозможного. А потому, если хотите освоить искусство гипердетализации, добро пожаловать на Best Blender курс.